Всем привет! Мы сегодня с вами приехали в проект Laguna Beach Resort 3, или как его еще называют, Мальдивы. А сегодня мы хотим поздравить клиента, который покупал у нас квартиру в этом проекте, с новосельем, подарить ему подарок. Чувствую себя как тайский Санта-Клаус. 703, 704. Здрасте! Да, вы нас услышали. Здравствуйте! Елена, здравствуйте. Хотел бы поблагодарить вас за то, что воспользовались услугами нашей компании, купили у нас квартиру. Добро пожаловать в Таиланд. Спасибо. Елена, расскажите, откуда вы? С какого города? Я из города Владивосток, Приморский край, Дальний Восток. Мы с вами земляки почти, я с Хабаровска. Угу. Как давно вообще вы купили эту квартиру? Как давно была сделка? Сделка, по-моему, была в июне 2014 года, если не ошибаюсь. Угу. Вот. Купила я квартиру, находясь в городе Владивостоке, просматривала проекты просто. То есть угу. Через отзывы о вашей компании в интернете по Таиград я зашла на страницу вашей компании, угу. Увидела там самый раскрученный проект на угу. тот момент, Мальдивы. Полистала, в общем-то, ссылки все, изображения, видеоролик посмотрела, мне он понравился. Обсудила со своими родителями, с мужем, ну и угу. решили вложиться в этот проект. То есть вы еще брали это первоначальный этап строительства, были только фотографии, видео не было? Был видеообзор. Презентации? Да, презентации, квартиры, вот, да, образцы квартир, угу. как оно будет. Да, по видеоролику, грубо говоря. На тот момент был на уровне четвертого этажа строительства, угу. было нескольких зданий. Большинство людей боится покупать квартиру дистанционно. Все говорят, что это не маленькое вложение, что надо приехать вживую, посмотреть и прочее. Многие боятся. Как вот вы решились пойти на это, чтобы купить квартиру дистанционно, не видя вот проект вживую? Ну, как-то вот решились. Ну, одни знакомые покупали только в другом проекте, в Атлантисе. Угу. Все хорошо. То есть они покупали на момент еще только получения разрешения на строительство. Застройщиком. Угу. Как бы вложились в проект, в итоге Атлантис, он как бы вполне такой. И выглядит он в принципе как должен быть на проекте. Сейчас он действует, как мы заезжали, смотрели проект Атлантис. Деньги там не потеряли, то есть люди спокойно вложились, сейчас живут. Все хорошо. Поэтому мы решили вложить. Ну вы сейчас вместе приезжаете со своими соседями сюда? Ну. Получается пересекаться? Получится в следующем году, пока малышка еще не подросла, не получается. Но, к сожалению, другие. Периоды. Yeah. Ну, у меня еще старшая в первом классе училась, как бы школу пропускать тоже не резон был. Uh-huh. Обычно, да, я хочу тоже на зимний период приезжать, хотя бы на месяц, на два. Пока летом получается. Ну, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что согласились дать отзыв о покупке, побеседовать с нами uh-huh. пару минут. Телевизор ваш? Можете просто спуститься на первый этаж в офис управляющей компании, там есть персонал, они uh-huh. бесплатно это все сделают, все повесят. Хорошо. Здесь даже русское телевидение есть, несколько каналов. Ну, замечательно. Хорошего отдыха вам. Ага, спасибо. В общем, еще на одного довольного жильца стало больше. Не забывайте спрашивать у наших менеджеров, когда вы ведете вопрос о покупке недвижимости онлайн, не забывайте спрашивать, действительно ли какие-то акции, потому что мы работаем уже давно с застройщиками, на те или иные варианты, на те или иные квартиры мы можем договориться с застройщиком либо на дополнительный мебельный пакет, либо на компенсацию авиаперелетов и очень много дополнительных услуг. В общем, не забывайте и не стесняйтесь спрашивать это у ваших менеджеров. На сегодня все. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, покупайте квартиры. И до скорых встреч. Всем пока.